привет! С вами Crush Day Game! Воу, всем привет! Аринка, а что у нас сегодня за игра? Сегодня у нас игра Deep Sea Gymnastics. Вау, крутецкий, я так понял. Это крупный такой спортивный зал, где есть гимнастика, там водная гимнастика, да, вот в воде, которая гимнастика. И тренажерный зал, да? Да. Короче, чисто спортивный такой комплекс. С чего начнем, Аринка? Так, а где это? Покажем ребятам, что почем и как и с чем его едят. Всем привет, это ресепшн. Мы поздоровались. О, знаешь что? Мне срочно захотелось в туалет. Знаешь, куда надо зайти? Куда? Секундочку. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас, секундочку, ох. Так, что-то... Пап, ты куда я пошел? Ты уже в туалете. О. Так лучше, да? Не, это не лучше, подожди, вот тут. О, вот так лучше. А вообще-то ты неправильно пошел. Да, ну давай. Смотри, вообще-то надо было вот так вот пойти. А ты прошел через решет. Какая разница, как? Тут все ходят как хотят. Это что, главное что ли? Нет, давай показывай, что тут можно. Так, я хочу сделать, смотри, бим. Что такое бим? Давай посмотрим. Это какой-то брейкданс, да? А ну-ка, давай зайдем, знаешь что? В гимнастику. Гимнастик? Да, да. А где это? Так, смотрим. Внизу у нас есть такое вот меню. Смотрите, от 1 до 0. И мы вот нажимаем, допустим, пятерочка, да? И вот варианты там гимнастики или танца. Вот, смотрите, видите, это уже... Это у нас танцы, да? Дэнс. А гимнастики, давай шестерочку нажми, или тройка, давай тройку. А тройку мы уже делали или нет? Так, о, видите, вот гимнастика, вот такие вот упражнения. То есть в каждой вот этой циферке, вот эти внизу, которые разделы, вы можете делать всякие трюки там, упражнения, танцы, все что хотите. Вот мы сюда подошли, вот, да, вот на перекладину. Давай попробуем взяться за перекладину. Так, давай. Так. Мы не стали. Ноль вроде бы надо нажать. А ну давай ноль посмотрим. Так. Давай, нажимай. О, это качать пресс. Не, давай другую верхнюю. А ну джампинг. О, это не то немножечко. Так, о, это отжиматься. Не, это стрейчинг, это другое. Давай 8. Восьмерочка. Нет, это сингл джинс, вот это. Это гимнастика, да? Да, это гимнастика. Угу. Ну давай, ищи дальше. Так, это танцы, давай вот это вот. О, вот оно, вот, смотрите, мы угадали, да? Да. Так, а ну следующую давай. По всем разделам пройдемся. Уху, видали? Мы так можем, и вы так можете в этой игре. Вау, вот это раскруточка. Так, ну что, пошли дальше. Шестой пункт понятен. Да. Ого, подожди. Сейчас, подожди тут. Вот. Я думаю, знаешь что, нам надо потанцевать. Давай на открытую площадку, там где танцы пойдем. Нет, а вот, нет, давай потом потанцуем. Смотри. У нас здесь дорожка гимнастическая, надо пробежаться. Гимнастику, переходи на гимнастику и прыгай. Гимнастика это кондитер. Точно? Давай, джамп. Не, подожди. Наверное, вал. Вал, давай. У-ху, видали? Вот так надо, ребятишки. У-ху. Следующий, давай что новое. Давай еще раз пробежимся и что-то новое покажем. Ой, давай. Она тут крутится. Угу. Я сейчас хочу сделать, знаете что? Да. Нажать на один и делать. Вот, только повернись в другую сторону, не к стенке, а напротив. Давай. Так, нажимай. Да. Разное, совсем новое, чтобы покажи что-то новенькое. Ух ты, смотри, как классно, да, можно? А видишь спереди? Ты видел, посмотри. Спереди это козел называется, тренажер такой. Давай на него запрыгнем. Смотри, как она делает. Круто. Она сделала сальто. Да, причем двойное. Это? Да, давай. Коза. Коза? Козел, коза, ну какая разница, тренажер такой называется. А ну-ка, нажимай, вот. Ой. Другой нажимай что-то. Так, давайте на него.
смотреть. Параллель Барс, наверное. Точно. Давай на параллель Барс. Это мы сделали мостик. Это мостик, это стретчинг, это растяжки. Это мы в другой зал пойдем. А здесь у нас гимнастика. Нет, у нас... Короче, идем. Да, давай, Аринка, это же гимнастика. Давай сделаем гимнастику. А это... там есть и танцы, есть тренажерный зал. Все как надо. Это для того. Да, это для турника. Глиащип. Так, давай. Глиащип. Вот так вот. Классный зал такой, слушай, каждый тренируется как хочет, да? Ой, сейчас мы запрыгнем, пап. Нажимай, Арин. Пап, ну мы еще не запрыгнули. Так, пап, дай я тебе помогу. Дай я тебе помогу. Пап. Вот, пожалуйста, надо слева нажимать. Давай, нажимай всякие. Вот. Все, не надо благодарочка, просто давай делай разные упражнения. Ну прокрути еще. По очереди давай, не перепрыгивай, давай все покажем, какие есть. Третий, давай третий теперь. Ух ты, четвертый. Четвертый. Просто, это просто выпад такой, да? Пятый, давай еще дальше. Глиащип. Ух ты, прикольно. Дальше, глиащип. Ниже, прокрути вниз. Все, это конец. Да. Это конец. Это только 7. Что-то. Давай дальше идем, дальше давай танцуем. Дальше идем. Так. Это, наверное, вот так надо, типа пошли, да? Ага. Ну что, давай дальше. Пап, давай в другой зал пойдем. Так пошли, я же говорю, предлагаю. Давай, о чем стоим так на месте-то? Да. Скучно становится. Давай на второй этаж. На второй? Да, вот смотри, там растяжки. Вот групповые занятия. Нет, ой, подожди, что-то это... в туалет преломило. Давай, давай, заходи, заходи. Так, переодевалочка, все как надо. Парик, давай поменяем волосы. Так, а это для декора. Ага. А нет, а как они одели? О, прикольно, да? А как убрать свою прическу, а? Ну, что, пусть так будет. Давай черное, чтобы уже смешалось все, да? Папа, как убрать? Наверное, другую возьми или лысину. Возьми лысину. А как лысину? А вот, видишь, лысая вот эта вот. Возьми лысую. Да, это? Да, да, да. О, все, видишь. Не надо благодарочки. Папа. У папы спрашивай, папа все знает. Так смотри, здесь, видишь, можно спортивную одежду. Такие купальники, как купальники. Вот, о, видите, кстати? Мы взяли вот такой вот. Да, это для занятия гимнастикой, да, или стрейчинг. Да, там, о, допустим. Вау, нет, вау. Давай вот эти, давай вот это все-таки. Вау, вот это классно, прям на соревнования, да? Здесь можно покупаться. Давай покупаемся. Это не покупаться. Туалет преломило нам, срочно надо в туалет. Пап, ты можешь в туалет ходить. Да еще раз, что там чувствуется, живот заболел. О, есть. Хватит все. В туалет бегать. Не, ну а что, люди все бегают в туалет. А всякое это, бывает. Она на танцах только один послушай, раз. Послушай, послушай, не-не-не. Да-да, вот, выходи сюда. Аринка, ты в разные стороны камеры, я ничего не успеваю смотреть. А вы успеваете, ребят? Давай, переходи. Ходи. Куда ты вышла, Арин? Я хотела танцы. Ты так быстро, ты сама знаешь, куда идти? Да. Там были танцы, мы прошли да. их. Тут. Вот это, мы там только что были. Не, ну заходи в туалет, там на второй этаж был выход. Так, вот сюда? Да, вот, я это имел в виду, вот сюда, Дотс. Там только это, там покрасить волосы. Ну так покрасить же надо волосы. Это? И вот иди, заходи дальше в зал соседний. Давай, давай. И вот там вот отжимания, вот смотри, видишь уже там, репетитор там, или кто где? Там. Вот, оп, не, это гимнастика. Давай чисто поотжимаемся. А я не знаю, где это. Алис. Так, нам ой, надо. Смотри. О, это на утом на козле, понятно? Нет, гимнастика. Да, это точно. То, что ты делала, только что это на тренажер козел. Давай дальше идем, в соседний зал. О, все, посмотри. Это... Там стретчинг проводится, нам надо растяжку сделать. Вот видите, на коврике делаем растяжку. А вообще-то мы делаем еще растяжку. А давай туда, к этим, к группе. Там уже сформировалась группа, они что-то занимаются. Пошли. Это тренажерный зал, а нам нужно тут. Так давай его рассмотрим, мы же даже не зашли. Давай. Ладно. Мы же обещали смотри, ребятам показать все. Вот, штука. Вот, это на козле тренироваться. Вот сейчас сделать то, что ты восьмерка вроде бы. Восьмерка или семерка? А, вот, семерку нажми. На семерку. И в семерке там есть подпункты, вот нажимай их.
Вот, подойди к козлу, да, вот, вот, смотри, о, видишь? Поверни камеру, покажи более детально, сбоку, Арин. Вот, давай, сейчас показывай. Смотрите. Все три упражнения, которые в семерке есть. О, прикольно, да? Да. Все, а теперь спускайся и верхнюю, а ну давай верхнюю. А вы знаете что? Да. У меня есть Дольче Милк. Вау, это очень круто, Арин. А теперь пойдем спустимся туда? И найдем новый зал, да. А мы же еще тут. Ты главное не возвращайся назад, смотри, где ты не была. Параллельс балл. Стрейчинг, найди, нажми девятку и все пункты. Ой. Пройди. Все Хорошо. Пункты пройти. Покажи, что мы можем. Так, давай. Не, возвращайся назад на коврик, Аринка, ты куда ушла? Так. Давай, стоп. Надо эстерном. Все, вот стоп. Так. Все, девятка нажала, да? О, есть. Растяжечка спинки, дальше. О, хорошо, дальше. Отлично, шпагат. Вот, молодец. Вот, умничка. Вот так вот. Нога больше не А теперь смотри, здесь еще есть упражнение пролистать. Давай все упражнения попробуем, да? А то нельзя, а все. О, давай снизу вверх, давай. О, прикольно, ты так умеешь? Да, умею, конечно, так да, Арин, ты реально так умеешь? Я видел, я фоткал. Мы же делали лук, о. Да, такой. Так что, давай, знаешь что? Все, порастягивались так хорошо, да? Поразминались. А зачем так делаем? А теперь пойдем, знаешь куда? Куда? Бассейн, на улицу, выходи на уличку и ищем бассейн. Давай, давай. А мы же его уже проходили. Не, ну мы там не купались, мы там ничего не занимались. А, это мы делали да. Без видео. Это мы без видео, мы подготавливались, чтобы снять классный видосик. И чтобы вам было интереснее. Если вам интересно, конечно же, пишите комменты и ставьте лайкосики. Пап, считайте, сколько секунд я буду идти. Прыжок. Опа, ну давай. Смотрите, свой мини-пляжик. Это не бассейн, а там есть бассейн. Так, ну что, давай. Это море. А, ну, якобы сделали эффект моря. А ну нажми какие-то отдельные папа, циферки. Папа, а в бассейне ничего такого нет. Да, а ну-ка, двоечку или троечку, давай. Давай двоечку. Двоечку, нажимай. Нет. Не, тройка, а ну давай. Нет. О, не, я понял, все, давай, знаешь что? Ты сказал единичку. Давай единичку. Ой, а что тут делать? А-а-а, что это такое было? Ой, смотри, новый зал тоже. Тут тоже козлы такие, тренажеры, да? Давай что-то новое, это все мы видели. Нет, это мы это не видели. Ну, оно похожее в том зале есть, в основном зале. Нет. Ой, что это произошло? Мы развалились! А почему? Вставай, девочка. Какой робот? Возьми одежду. Вот, смотрите, магазин одежды. Здесь можно взять одежду, но, наверное, она будет стоить денег, да? Нет. Ее вообще нельзя взять. Вообще, то есть это так чисто. А ну точно нельзя? А ну попробуй, Арин. Сейчас попробую. Иду. Ой, эй, куда? Ой, подожди, стой. Что это такое? А ну о, это массажный салон. Ну остановись. Нет, вообще-то это какая-то больничная. Ну вот смотри, здесь, да, это медпункт, здесь врач смотрит, все ли с тобой в порядке. И здесь вот видите, зрение можно проверить, буковки, там закрываешь один глазик, вот весы папа, можно давай взвеситься, я попробую. Дезинфектор, все как надо. Ты хочешь попробовать? Да. Да, так, я сейчас показываю, так, вот эту нижнюю буковку, давай. S. По-английскому C, да? Не, подожди, O. Так, не приближайся. Да, вот так, а теперь вот эту буковку. Ой, убери свое лицо, я ничего не вижу. А вот, так. Вот уже беспардонные. Пап, давай сейчас переоденемся и пойдем позанимаемся. Давай новый зал узнаем. Мы ну, так да. И не дошли. Давай найдем да, новый зал. Да, только нам сначала надо переодеться. Ну где у нас переодевалка? А, мы... Мэн, ну давай мужскую одежду выберем. Вообще-то а Мэн это девочка. Мэн? Это девочка? Ой, нет. Вумен, это девочка. Вообще-то, или вимен. Ой, что у нас на голове? Черти что? У нас мужская одежда. Давай, одевай. Так.
Давай. Там лысину выбери. Так, давай уберем. Одежду! Папа! Ну что? Не получается? Нам придется сделать ресет. Зачем? Чего ресет? Все у нас получается. Да нет, а там, короче, мужская одежда. Ну и что? Так. Смотрим. Папа, оно, конечно, так не оденется. Ой, да какая разница, смотри. Сейчас, секундочку. Ты тогда на эту лысину нажала, да? Я не нажимала, я пошла на нее. А, вот так, значит, да? Это только свою начальную. Ладно, послушай, вот, да оделись, да пошли. Сейчас тебе покажу. Сейчас возьмешь управление в свои руки, я тебя хочу к бассейну довести. Ну, давай. Так, смотри, видишь, у нас нет ни глаз, ни... абсолютно ничего, ни носа, ни покажи, лица. Покажи, покажи. Нас даже не узнает, мы можем спокойно грабить банк. И прыжок! Папа, мы это видели, папа, мы это смотрели. Да, ну мы на камеру не снимали. Не, мы снимали. О, мы ой, там... это не то, смотри, папа, так. Пап, мы же там здоровались. Вот, так, секундочку, Аринка, давай покажем, ага. Вот аттракцион, это в воде, нет? Нет. А, вот, вот вообще... это, вот, смотрите, а нет, это пресс качать, да? О, это дельфинчиком плавать, да, наверное? О, точно, смотрите, Аринка, а ну давай, поплавай, покажи. Давай. Все пункты выбери, все, что здесь возможно. Давай, слева, нажимай. Вообще-то это, ты назвал... Вообще-то это ты, шпагат был, ланчес. Ну, ничего страшного. Вообще-то это... Вот шпагат мы вот так... в бассейне. Папа, смотри, ланчес, это ты нажимал ланчес, и мы вот это делаем. Ну, хорошо, Арина, ну давай продолжим дальше, не останавливаемся. Давай покажем. Ну, идем. Новый зал посмотрим? Может быть, он тут есть. Смотрим дальше, что у нас тут. Мы тут весь зал обследовали. Ага. Папа, мы тут были. Пап, мы тут были. Все, я понял. Пошли дальше посмотрим. Ну, пошли. Я думаю, здесь уже ничего не найдем новенького. Короче, вот такой вот зал. Да. Снаружи бассейн и типа эффект как будто бы море. Да, и все. Пап, подожди. Ты а что-то, там какие-то что-то двери. Пропустили, да? Подожди. А, это мужской отдел, да? Нет, это вообще-то Вимон. Там было написано. Да. Так, там... А, это опять школа. Папа, это опять школа. Школа, все окей. Итак, в принципе, обзорчик игры мы сделали. С вами был Крошик The Game. Ставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем пока-пока. И посмотрите, как я прыгаю. И не пропускайте наши новые видео.